Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Tunnel Cave Games, добро пожаловать на прохождение State of Decay 2. И мы продолжаем, уже вадим зомби, уже васики. Так, что у нас с вами тут? У нас осталось с вами последнее чумное сердце, и я думаю, мы сейчас этим и займемся. Давайте мы возьмем... Что мы возьмем? Дробовичок мы с вами возьмем. Какой-нибудь точный, да? Дальность, точность. Такое. Точности вот этих вообще нет. Хотя вот это можно, в принципе, взять. 5.56. Так. Слушай, у нас 5.56 есть? Есть, отлично. Что там происходит? Что происходит? Kill the screamer, fast! Что происходит? Почему-то нагнулся в тот момент, когда я по тебе стрелял. I gotta watch the noise. Чё? Ты чё тут забыл? Нападение на базу. Так. Так, чё у нас из взрывчатых? Блин. Давай. Нифига себе, он отлетел. That's it. Так, no кто у нас из... Алекс. Hey, давай из путика. Right. Восторг, отлично. Возьмем мы. Now that's quite a load. Что еще из взрывчаток мы можем взять с вами? Я ничего и нету. Ничего и нету, да? Давайте тогда создадим, если ничего нету. Создать материалы и патроны. Слушай, мы улучшить? Нет, улучшить не можем. Обеспечить электричеством при наличии на рабочем. Ага, изготовление приманки из необходимого электричества дает возможность создавать приманки в виде радиоуправления Блэкбокс. Неинтересно. Обеспечивает объект водой. Хранилище едой. Не фигня какая-то, если честно. Так. Зажигательную смесь, электричество. Сколько у нас? Что лучше вообще? Ящик мины. Мины нам вообще не интересны. Так. Именно дело ограбления. Подождите вы со своим ограблением. Так, он сколько сделал? Горючая смесь превращает в море огня, при котором все... Так. Где ты? Где же ты? Блин, не вижу. Хоть убейте. Holy hell, that's heavy. Holy shit. Медикаменты мы еще с вами возьмем. Ну все, погнали. Так, что у нас по бензину напали? Таинственный радиосигнал. Я хочу просто чумное сердце уничтожить, пока ночь не наступила. Да блин, сколько деревьев тут.
Йоу, чувак. Так, слушай, чувак, а ты нам поможешь? Останавливайся. Hey there. We could really use some help from you folks. Sweet. А где он находится, твой приятель? Ну, окей. Бы прикольно, знаете, сейчас, если он с нами сядет, мы втроем тогда сможем чумное сердце уничтожить. Это круто будет. Так, друг мой. О, знакомая база. Вон, я его вижу. You in here? Hey, over here. Давай, какие же ты. I can't keep going. Серьезно. A sec. What was that? The zombies are building to something big out here. Пошел, стой. No place to put it. Что тебе? Это закинем. This place looks chock full of nothing. Did I hear something? Guys, I'm about to have some real zombie problems here. Maybe. Так много. Уходи, уходи. Нихера себе, что так много. Подожди ты. Че, вот сюда даже на ящике можете избираться? А вы не офигели? Да, серьезно, ты нашел время. Тут.
off. Shit, hold on. Подожди ты. Что это творит? Какой творится вообще? Охереть, я просто в таком шоке. Coming back. Просто жесть. Gotta catch my breath. No place to put it. That's the last one. Так, где у нас лекарство? Угу. Топор поврежден. Что ты, ну водись ты нормально. Hey there. I got some stuff to trade. Что у тебя sure. есть? Учебник по химии. Открывает перегородную купу, получает производство лекарств и сжигательных смесей. Ага. Налповые гранаты, да? Это мы купим? Сколько у нас патронов осталось? А, ну, в принципе. Давай, ничего, у тебя хорошо. Time to put him away. Темнеет. Да, топор какое-то херовое оружие, если честно. Надо на мачете сейчас его поменять. Это же жесть была. Блин. Еще заметили, да? Блять, серьезно.
ясно. Там еще и вонючка был. Какого хера? We've worked hard to get this far. Just one more push and we're done. Go for it. Он со мной даже не хочет уже. Yeah, that's time to take out the trash. I found some good stuff this run. Где она находится? Ты серьезно, блин? Я чё гоню? Уйди оттуда! Где ты? That's not good. Сучка, уйди, да я уйду на улицу. Где ты? Помоги мне! Да блять! Давай, блядь! Not good. I need a break. Это пиздец просто, какой сложно. Фуф, у меня а слов нету. Я на грани реальной смерти. Почему так сложно? Жесть. Откуда эти вообще зомби прибежали? Конченый реально вот это. Штука. We really need some help over here, like now. What do you say, neighbor? Мертвую, прикиньте. Охренеть.
Тихо. Чё ты? Блин, ну что ж, откуда же вы появляетесь так много? Блин, я реально потерял одного тупо. Охереть. Как я на крыше оказался, как я спущусь? Вот реально, как я спущусь? Блин, мне надо вот это такими ухищрениями чисто. Вот это у нас финалочка этой карты. Жесткая при том. Откуда вы беретесь? А труп где нашего этого соплеменника? Слушай, все. Назначь лидера. Я выполнил. Так. Deadheads left around here. Что, все в одной комнате, что ли? Не, на втором этаже тоже есть что-то. Well, it's something. Рубашка с короткими рукавами, да? I got nothing here. Что у нас тут? This one's cleaned out. Всякая фигня, блин. Can't carry that. Что я так и не понял, где наш именно чувачок лежит? Ну, труп его. Вот этот? Это наш?
Нет, живой зомби лежит. Притворяется мертвым. Бандиты. That's the last one. Вы что, гоните? Нет, 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 нет. Да серьезно, нет, нет. Блин. Охереть. Быстрее, быстрее, умничка. Садись, 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 садись. Куда-нибудь, садись. Дожди, дожди, камера, камера. Быстрее, быстрее, быстрее. Идите нахер просто, я скажу вам так. Идите просто нахер. Блин. Да зомби, отвалите вы от меня. Дайте мне остановиться, перевести дух. Я понял, я по дороге. Да, Алекс, я о тебе буду помнить. Единственная смерть. Это твоя. Тут нет, нет такого 5 метров, для которого нет зомби, я так понял. Тут 5 метров даже нельзя проехать, где зомби не были. Дайте мне, блин, маркер поставить, куда ехать. Да. Да беспонтово, что вот так. Там еще и хищник прибежал, это жесть. Is done. This is the best little community in the whole messed up world. Так. Где наш чумной зомби? Где лекарство? Чумной зомби? Блин, не вижу. Я создал его, вот она. Все. Now that's quite a load. I got knocked back a bit, but I'm good to go. Подождите. My brother worked as a cop in this town, but I haven't seen him since the outbreak. Да. We could definitely use more people with tactical training. See what you can find. Ну, спускайся, давай. Где shift? Так, что у нас тут? Назначь лидера. Ну, давайте назначим лидером сообщество. Выбрать лидером. Шериф. Командир. Оружейный производство любых патронов. Ага. Спартанские казармы. 2 штуки, 8 спальник.
Так, шериф. Оружейник производит любых патронов. Ага. Торговец. Вызов торговца. Come check out the new stuff I brought back. Полевой госпиталь. Крупный объект. Полевой госпиталь. Лечение зараженных и ран заменяет медпунктом 3 команды. Отдых 3. Ускорить набор. Ага. Класс, так, наверное. Я бы, наверное, сделал бы, знаете, чтобы... спартанские казармы. 8 спальных мест. Снижает боевой дух. Слушай, а у нас... А, ну давайте выберем. А у нас что там тогда? Ну это круто, кстати. Но это нам большие клеточки, ну видите, нужны. Роскошная казарма. 5 спальных мест. Обучение дух. Назначение лидера. А что там? Нет, было написано. Что? Блин. Что за дичь? Там что-то было. Выполняйте поставленные лидером задачи и допишите историю своего сообщества. Нет, ну давай все уже валим тогда. Выполните поставленный. Не, подожди. Какой? Все. Где у нас база? Как это вообще свалить? Как-то было тут. Доступны точки выхода. Начнем знакомство. Это могло бы сделать домой. Так, я, наверное, переключусь на нужного персонажа. Я просто не знаю, как сейчас будет. Не, она у нас. Переключаемся, это раз. Во-вторых, мы добавляем спутника. И знаете что? Мне нужно лечение. Так, подождите. Давайте возьмем все, что нам нужно. На всякий случай. Угу. Так. Возьмем. Что еще возьмем? Ну и вот так возьмем. Все. Так, сообщество. Шмотку посмотрю, какие нам дали. Нет, нет, что она не изи, то круче выглядит. Нет, что это за дичь? Нет. И ниндзя, она куда круче, кстати, выглядит, да. Там вот эта одежда вся. Опа. Нет, это дичь. Ну и все, поехали. Sometimes I feel like he's still here. Так, подожди, отменись, я же не хочу. Я хотел бы. Так, стойте, че? Посмотреть, что дальше будет. Перейти на следующую карту. Потому что мы-то прошли-то с вами, получается, эту карту.
Раз тут сюжетки так в общем-то и нет. Да хватит дверь открывать. Дверь мне запили. А как вот эти шмотки или что, все перенесется? Мы сейчас это узнаем. Мне просто интересно понять, как это происходит тут в игре. Типа, все, что мы накопили с вами, мы... Или мы переносимся, типа, одним, либо переносим всей группой. И мы такие, все. Так, уход. Уход необратимое действие. Если мы уйдем, то уже не сможем вернуться. Мы бросим базу, все аванпосты и налаженные отношения с другими группами. Но мы постараемся бороться, собраться максимум ресурсов, пока будем разбирать базу. Все равно уйти. Да, уйти. Ты, ну, типа, я-то закончил всю. Это вот эта карта, где мы выживали. This one day, I'm riding bikes with my amigo, and this car comes out of nowhere. Flat. Ну, ой, пустыня. Короче, три карты еще, да, впереди. Thinking... Я надеюсь, первая вот эта была у нас. Реально. Fucked me up good. Я не хочу оказаться, что у нас вот это было, допустим. Ну давайте вот эту выберем теперь. Уровень сложности бои. Выродки часто могут бродить вместо со стаями. Ага, все джиггернауты заражены кровавой чумой. Офигеть. Чумовые сердца сложнее уничтожить. Персонаж довольно быстро умирает от кровавой чумы. Больше энергии. Уж а нельзя как-то сделать? Я бы хотел бы бои, чтобы остались, но с кровавой чумой немножко что-то сделать. Ладно. Ресурсы. От 10 до 16 чумных. Так, подожди, а если... Кровавая чума, если мы сами точно не знаем, сколько чумных сердец вы найдете, но их будет очень много, не сомневайтесь. Карта находит 12-19 чумных сердец. Чумные сердца иногда располагаются большими. Блин, просто неохота сейчас от 10 до 16 уничтожать опять. Я хочу повыживать, поисследовать как-то. Оружие, особенно арбалет, встречается реже. Расходные предметы и компоненты встречаются реже. На карте меньше автомобилей. Автомобили, как правило, неисправны и разбиты. Не, давайте стандартно сделаем. Тут что у нас? Делаем стандартно и сделаем стандартно. Уже поиграем нормально так. Твое удовольствие. Реально. Последнее вот это заражение чум. Там сколько это миллиард вообще было. Типа, я не хочу напрягаться, я хочу получать удовольствие. Конечно, от этого я тоже получаю удовольствие, но у меня больше пукан подгорает. We need help with the zombie siege. Stat. I hear someone who needs a helping hand. Так, у нас, естественно, не хватает места, как всегда. Что это? Это дает 2 спальных места. Нам нужно 3 спальных места. Это что такое? Мусор удаляется. Отлично. Карта.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Блин, 12, офигеть. Чё так много? Вы еще дальше не могли от нас? Вот сюда на причал. Выгоните. Мне тут сначала подождите, нужно этот разобраться, чё почём посмотреть. Два места. Ну, медик это по-любому. Угу. Дает 4 комнаты, и отлично. Так, ремонт это точно. Блин, а еда, да, реально. Что у нас? Минус 8. Glad to see you're still in one piece. You got a sec? I need a little help. Так, мне нужна твоя помощь. Пойдем. I think I know just how to solve this. That juggernaut won't be easy to bring down. That. Ты гонишь, и джиггернаут тут сразу появился. Ж легкость понизил. Легкость понизил же. Так, иди за мной. Где ты? Где мои напарницы? А чё ты не лезешь? Только ты не сражайся с джиггернауту, не сражайся, беги за мной. Лезь за мной, лезь за мной, дур, лезь за мной. Шкура, лезь. Ну карта-то точно другая уже. Так, ты залезла, умничка, это моя умничка. Так, а что еще? Угу. Так. That should do it. Итак. Отлично. Так, а ты что там? Идешь? Кстати, машины те же перенеслись, офигеть. Это хорошо. Ага. Боевой дух. Да, подойди к своим. Не, мне нужно по-любому мастерскую, по-любому. Блин, я даже улучшить не могу, кстати, их. Да. Кстати, тут улучшенные, смотрите, все улучшенные, это хорошо.
10. А, ну тут склад не улучшенный. Так, ну давайте. The only way we make this town safe is by wiping out the damn plague hearts. Так, еще одно место, у нас два места будет, можно кого-то будет пригласить, да? Угу. Так. Куда это? А, переключитесь нужно. Так, ты буква. Hang tight, I'm coming your way. Ну ж. Что за 1300? Блин, ну почему день? Почему ночь сейчас наступила? И мне нужно именно сейчас куда-то ехать. Кстати, тут машина еще одна. Это та, на которую мы приехали? Нет, это не та, которую мы приехали. Ну, домик прикольный, кстати, да. If we don't keep the noise down, we're gonna have deadheads everywhere. Так, 4 машины. Тут ту мы потеряли, получается, блин, да? Если бы я бы знал бы. Так, заходи отсюда, где мы сразу? Где ты находишься? Наверху, блин, на втором этаже неудобно, кстати. Так, бензин, раз, и ремонтный, наверное. Так, бензин 2 возьмем на всякий случай. Сейчас сразу заправим. Так, здесь не поедешь, я понял. На этом, в принципе, поедешь. Так, сразу заправим, полное сделаем. Что у тебя по внешнему виду? Все отремонтировано. Так, это тогда закидываем. Сюда вот так ехать, где на метку. А, все правильно, право. Crap, that zombie's a plague carrier. Да шо, смотрите, тут будет. И как я буду каждый раз вот так заезжать? Серьезно? Так, подожди, а мы точно уровень сложности понизили? Send help! We're in trouble! Как-то зомби тут слишком много. Карта маленькая, из-за чумных сердец. Копление зомби так.
по зеленым горит. Zombie free for now. Time for a quick scavenger hunt. You gotta stay frosty. Zed's nearby. More of the same. So much for stealth. I gotta drop this off soon. Ага, все. Все, я понял. Так, что это такое? Гвоздодер. Это мы заберем, это мы положим. Тихо-тихо, хватит просто так махать. Что мы еще можем взять? Okay. This might be too heavy. Так, наверное. Interested in trading? Что у вас есть? Ничего особенного нет, да? Не понял вас. Си, ты как они хотят, чтобы я пошел? Строитель, полезные друзья. Да, они полезные очень друзья, но строители, вы серьезно? Чумный сердец, я имею в виду. Это же. If your group's got somebody who just won't get with the program, well, you gotta fix that. Nothing destroys a community faster than folks who don't see eye to eye. Red Talon can offer security. Не хочу с тобой говорить, я хочу со своей. А почему я с ней не могу быть? Что за? Not happening. Не хочет? Ну ладно, пойди. We really let them down. Damn it. Sounds like you've had it harder than most. Oh yeah, I'm the man. There's a screamer. I'll set to call his little friend.
That's a whole lot of zombies coming in. I got no time for this. That's gotta be the place. I gotta stay alert. Too many plague zombies around. The quicker I get this done, the better. Реально, где мои союзники? Передышку. I gotta drop this off soon. Not gonna fit. Что значит осмотрите место с одной минуты? Он не место осматривает, а дерется со всеми. Мне надо отдохнуть реально. Что-то устал от этой игры. Wish I had space for that.
Откуда вы заходите? Yep, that's a wrap. Time to book. Huge fucking thanks. Не кажется ли реально на этой карте как-то чересчур много зомби? Дай поговорю, остановись. Стой, постой, постой, куда ты уходишь? Постой. Дай, стой. Остановись. Around, I guess. Того было неприятно вообще. Еще и задницу тут не надрали. Смотрите, сколько тут зомби. I'm already full up. Куда? Я не могу. Куда? Где мой напарник? Почему я с тобой не могу поговорить? Почему? Ух, надо на базу приезжать и отдыхать. Пару дней просто не играть в эту игру. Что? Тут забито все. Почему я с тобой не могу поговорить? Что за бред? Всегда же можно было вещи передавать, шмотки, фотки, я не знаю, там. Сейчас же не могу. За глупости. Эрф. Нет, скажи, что я с тобой могу. What's up? Мия, почему я до этого с тобой не мог поговорить? Ты мне объясни. I need a little bit helps. Ты скажи. Something on your mind? Что? И самолет? Что происходит? Самолеты летит у нас так поздно. What's up? Отлично. No prize in here. Холодное дроблящее оружие, да? I gotta drop this off soon. Search paid off that time. No more zombies here. Time to be fast. I'm already full up. What do you need? Залезь сюда, залезь, пожалуйста. Мия. Где она?
Something on your mind? Так, так. Наверное, не будем искать. Yeah, that's heavy enough. Валим отсюда. Как нам сейчас ехать? Прямо направо. Потом опять направо. Потом опять направо. Слезь, слезь с капота, не порти мою машину. Getting tired. Not good. Залезь, куда ты? Что ты делаешь? Камера. Угу. Ничего не захотел, блин, надо было, знаете, поставить было метку, правда. Не туда, ай, конченый. Ты как ты залез, как? Сядь в машину, умничка, хорошая моя. Сядь в машину. Сядь в машину, где ты? Сядь в машину, тупая. Ты сел в машину? Пойдем, умничка, хороший, все. Иди. Джиггернаут, хищник, что это на этой картине так? Налево сейчас. Залезь в машину, Камера, вернись ты назад. We're outnumbered here, so remember to use good tactics. Good tactics. Чуть кони не отбросили. Yeah, that's heavy enough. What's up?
Hold the line. We can do this. Тут вообще происходящие события на метр в кубе. Это просто жесть. Что победим? I hope that's the last one, because I can't keep this up forever. Yep, that's heavy enough. Так, а чё я, блин, сейф нести? Зачем вышло? Куда это нести? Где у нас разгрузка? Куда, куда скинуть? Куда скинуть? Ты где? Куда скинуть этот мешок, блин? Как это вообще работает? За что там? Что там еще? Медикаменты, да? Медикаменты и 16. Так, медикаменты надо взять, наоборот. Yep, that's heavy enough. Вот это перенести вот в эту машину. Пускай они тут лежат. Я трогать машину не будем. Let's not get cocky. Time to prepare for the next attack. I hope nothing heard that. Так, мне теперь надо что? Надо, во-первых. What do you need? See you soon. See you soon. Угу. Переключиться. I've got to get myself healthy. Так, нельзя. Нельзя улучшить. Нельзя улучшить. Знание механики. У нас механика нет. Серьезно? А, у нас механика Алекса убили. Помолимся. Давайте, ребят, пошел я отдыхать, несколько дней отдохну от... Стоит в реке, что-то оно меня прям сегодня добило. Смертью Алекса. Так, сохранялка, давай, ты была, не была и не увидел. Anybody ever read that book about Eagle Eye? The army sniper in Afghanistan? You know, he grew up around here. And I bet someone with his skills is still alive. We should try to find him. Ты что, была сохранялка? Давайте. Пока. Всем.